Хочется тепла, хочется ласки, хочется красоты. Да пожалуйста! Все, что вам нужно, это санаторий. Здесь вас обогреют, откормят и буквально заставят похорошеть, помолодеть и стать здоровыми. Мне страшно. Да не бойтесь, оно не болезнь, иголочка очень маленькая. А, я вообще все, не могу, я боюсь уколов. Ничего такого супер критичного, там, что нельзя вытерпеть человеку, особенно сибиряку. А вот сейчас как раз тот момент, когда через боль приятно. Приятно пошло. Смотрите, какой вид отсюда открывается, прекрасный. Мы докажем, что Новосибирск – перспективный курортный центр России. Не верите? Тогда смотрите новый выпуск проекта «Марш-тур путешествия» в понедельник и четверг в 21.00, в среду в 18.00 и в четверг в 20.00 на телеканале РБК Новосибирск.